И, собственно, всем привет, ребята, с вами всегда я, Клаус и Домер. Йоу, друзья, с вами я, Домер. И сегодня мы вместе с Домером будем крашить очередной школа-сервер, который пиарился в комментах под предлогом того, что это сервак Мистика и Лагера. И еще тем более он кинул наших подписчиков в общей сумме на 2000 рублей, ребятки. 2000 рублей, в принципе, довольно-таки большая уже сумма. На эти 2000 рублей можно кушать в столовке полгода. Это ж вообще топово, блин. Либо же купить где-то 20 пачек доширак. Да не, намного больше можно купить дошираков. Считай, один доширак сколько стоит? Ну, допустим, рублей 26, может, да? Рублей 26? Я вообще отстал, по-моему, от мира. Ну да, ты действительно отстал. То есть можно купить около 100 пачек доширака вообще-то. Ну, как-то вот так вот. Я предлагаю, знаешь, что тебе делать? Предлагаю... Давай. Перед крашем забанить вот этого мистика и лагера, короче. Да, чтобы они нас с тобой как раз таки не забанили. Давай сделаем с тобой все синхронно, я баню мистика, ты бань лагера. Окей. Ты знаешь команду, через которую банить? Да, я забанил, все. Ты не через что забанил, как всегда, ну понятно, понятно. Вот ты опять спалился, красавчик. Вот если из-за тебя сейчас нас забанят через консоль, вот я тебя убью. Этот, вроде бы бан или как? Простите. Майнкрафт, двоеточие бан. Поскольку я уже забанил так, главное, чтобы нас сейчас с тобой через консоль не забанили. Да, это самое главное. Ну что, давай начинать крашить уже, в принципе, спавн тут что, спавн, ну нормальный такой. Но зато видно, что он не скачанный, потому что сразу видно, что он самодельный, и это хотя бы радует, что сервер хоть и кидает, но он хоть что-то пытается делать для игроков, но все равно то, что он кидает, это очень большой минус для него, и то, что он пиарится вот под таким предлогом, это тоже очень большой минус, и из-за этого мы сейчас его будем крашить. Ну что, давай, Домер, тогда начинаем, Кирочка, начинаем. Так, ты готов? Подожди, я напишу команду лимит минус один, чтобы все было без проблем. Так, а я тогда сейчас начну уже ломать вот такой вот странненький домик, у меня сейчас что-то чанки не прогрузились, так вот, вот, все отлично. Он какой-то очень странный. Он кое-что напоминает, ё-моё. Боже, моя извращенная фантазия, конечно. Ой, что с этим случилось? Пингует просто. Сейчас я тоже, пожалуй, лимит не ставлю. И не забывай прописывать команду save file, чтобы все сохранялось, чтобы спам не смогли восстановить потом, в дальнейшем. Стой, я начинаю тему тогда. Ребятки, сегодня у нас есть такая небольшая тема, чем же мы увлекаемся, какими видами спорта. И также мы хотели бы у вас спросить, какими видами спорта увлекаетесь вы. Пишите в комментах. Ну что, тогда давай я начну. Давай. В общем-то, ребятки, я увлекаюсь видом спорта. Ну вот лично, на который я хожу, это самбо. Хожу я на него уже больше 7 лет. В принципе, успехов у меня особо больших и нету, как у Домера. Но как у Домера вы узнаете в дальнейшем. У меня там что, у меня, то есть, получается, первое место по городу имеется и третье место в крае, но это уже давно было, это, сейчас я скажу, сейв файл не забывай прописывать, я прописываю так, на всякий случай. Сейв. Это было где-то года три назад, то есть, вот сейчас я на самбо хожу чисто для того, чтобы, ну, чтобы форму не потерять, чтобы накачанным быть, что ли. Чтобы смог за себя постоять, там, если будут какие-нибудь сложные жизненные ситуации. Подумай, допустим, на тебя гопники, такой ходыч, повалил его. Ну, если Домер на меня нападет, там все, там точно без шансов, там полная жопа начнется. Стой, я еще расскажу. То есть, вот как бы самбо я занимаюсь, а еще мне нравится вот из вида спорта это футбол и волейбол. Также вот меня заставляют играть в баскетбол, но сам по себе баскетбол мне не очень нравится. Ну, не очень для меня он увлекателен почему-то. Я вот лучше попинаю это мячик. Вот в футболе сам процесс пинания мне почему-то нравится. То есть я люблю его закручивать, люблю смотреть, как он полетит и так далее. Так что мне это очень сильно нравится. И вот, не знаю, вот это, наверное, один из плюсов, почему я люблю футбол. Также что-то я сейчас его начал смотреть, там всякие моментики там прикольные из футбола. Футболистов всяких узнавать начал. Пранки над футболистом и так далее. То есть вообще помешался на футболе. Ну и также люблю волейбольчик играть. Мы даже в районе занимали третье место по волейбольчику. Это довольно-таки неплохой результат, как мне кажется. Ну а я как бы занимаюсь тэквондо. Если кто-то еще не знает, я двукратный чемпион Украины по тэквондо и чемпион мира по казахскому двоеборью, как-то так. Ну, это смешанное единоборство кикбоксинга и тэквондо. Также я увлекаюсь футболом, прям и туда хожу. И мы там были только на районных соревнованиях, где мы занимали в первые, вторые места и третьи тоже. По футболу, занимали, да, вы занимали? Да-да, по футболу. А у нас недавно школьные были соревнования, мы заняли там третье место.
Но вот чисто вот проиграли 7-му классу одному. Ну, понимаешь, там дело в чем? У них чисто все футболисты, их было на поле 7 человек, а нас 4. То есть нас, они количеством, можно сказать, одержали победу. Потому что у нас из класса, ну, у нас класс не очень такой активный, и мало кто ходит на такие мероприятия. Вот, а потом, когда играли вот с 9-м Б, ну, то есть с классом, который противоположный, я в 9-м А учусь. Вот, мы как бы им проиграли, но все дело в том, потому что у нас была недоделана работа по алгебре, и мы пришли к ученице по алгебре и начали ее доделывать. То есть нам засчитали просто автопоражение. Так бы, может быть, мы их выиграли и заняли бы второе место. Вы просто победитель по жизни, особенно учитель по алгебре вам сразу решил отдать победу и позвать вас на работу по алгебре, да. Так сразу ясно. Кстати, вот можно было этот сюрак даже не крашить, можно было сразу это к Домеру обратиться, он бы вычислил по айпишнику этого создателя. Пришел бы его и это отпинал бы там жопой так вот. Смотри, я сейчас расскажу одну историю, я не знаю, рассказывать ее или же нет. Она случилась, короче говоря, сегодня. Мы с моим другом пошли к моим одноклассницам и поиграть в очки виртуальной реальности. Они мне просто недавно пришли, и, короче, они хотели попробовать. У моей одноклассницы сломана нога, и поэтому она не смогла ко мне прийти. Я пошел к ней, и я начал играть в очки виртуальной реальности. Сначала там они тоже руками махали, короче, отбивались. Не то, Серега, делаешь. Вы там с одноклассницей вдвоем были, что ли? Нет, нас там было четверо. А, ну ладно, ты тут нормально. Смотри, они там начали руками махать, от зомби отбиваться и так далее. Ну и я такой тоже как бы начал отбиваться. Они начали надо мной угорать, пока я там был в этих в очках виртуальной реальности. И у меня как-то получилось так, что я сначала просто медленно там руками типа отбивался, какой-то бред просто делал. Ну а потом у меня как-то на автомате получилось. Я, короче, локтем с локтя дал моему другу, и он просто упал. Он вот так хныч, голова повернулась, и он упал просто в нокаут. Лол. У меня еще эта смешная история была, то есть в 7-м... Да ты куда с этой? Ты что делаешь-то? Надо все кошерно делать киркой, понимаешь? Я не знаю, у меня почему-то вот когда я киркой крашу, да? Вот, смотри, у меня вот ППС скачет жестко, причем может даже... Ну так ясен пень, сразу считай, такое количество блоков убирается, ты что хочешь? И ты если с этой, ты с этой лавы... Вот сейчас мне придется... свои дизайнерские задумки, там, понимаешь, делать, где воду поставить, где там лаву поставить. Что ты сделал? Махлай. Ой, бешеный. Ребятки, так, я еще вам раз напомню, что обычных игроков на серваке мы не трогаем, потому что они ничего плохого не сделали. Мы крашим только весь спавн. Также, если вы еще не подписаны на наш канал, то обязательно подпишитесь. Вам будет тут весело. И также не забывайте ставить лайки, потому что как только на этом видеоролике набирается 2000 лайков, мы идем снимать сразу следующий краш. Так что лайкайте и пишите в комментах, каким видом спорта увлекаетесь вы. То есть давайте как сделаем, каким видом спорта вы увлекаетесь, и через запятую напишите, какой вид спорта вам больше всего нравится. Вот, кстати, если по телевизору смотреть вид спорта какой-нибудь, мне вот больше всего нравится, это, наверное, биатлон, мне кажется, потому что... Ты, кстати, знаешь Гранчева? Кто такой вообще Гранчев? Нет, я биатлон не смотрю. Ну, короче, Евгений Гранчев есть. Так вот, он из моего села, понимаешь? В моем селе 17 тысяч человек населения. И он из моего села. Вообще жесть, конечно. И я когда в лагерь... Я в лагерь когда ездил, вот в детский, пионерский, получается. Он туда приезжал, мы, короче, с ним все фоткались. И потом эти фотки нам продавали за 200 рублей. Но, блин, на тот момент у меня вообще денег никаких не было. Ну... Какой, блин, человек станет с собой в лагерь деньги брать? Тем более у нас там ничего покупать нельзя было. И в итоге я выкупить эту фотку и так и не смог. Ясненько. Смотри, я хочу найти вот этих вот охранников, которые нас с тобой убивали. И потому что когда мы их начинаем бить, у нас сразу выключается ГМ-ка, и они нас убивают. А если мы их попробуем залить лавой, я не знаю, может они сдохнут. А, вот нашел, вот они. Погоди, я заспавлю эндер-дракона. А чё это он, стоп, а чё они не... Гляди, как у них крылья машутся. А сейчас еще одного заспавню, и будут еще меньше. А нет, все нормально. А почему они не летят? Почему они просто на месте стоят? Подожди, а давай пробуем этого заспавнить из сушителя, может что-нибудь получится? Так, кстати, давай. Таких эндер-драконов можно использовать там для... как эта штука называется? Можно использовать для декорации какой-нибудь. В принципе, можно что-нибудь годненькое с этим придумать.
Спавн, в принципе, неплохой, и сервак тоже довольно-таки неплохой. Тут торговцы есть всякие, кузнецы, но жалко, что вот они кидают подписчиков и выдают себя за других личностей. Это очень жалко, что вот такое вот присутствие тут. Подожди, нам с тобой сейчас нужен этот песок. У меня сейчас просто один FPS. Красава. Смотри, просто знаешь, в чем дело? Стой. Дело в том, что надо заходить в Майнкрафт не с калькулятора, а с компьютера, понимаешь? Тонкие шуточки от Клауса, собственно. А, слышь, чего? Ты что это охранник творит? Ты просто налей на него лаву, чтобы она его окружила, и он тебе сейчас мастерство покажет сейчас. И чё, он не вздыхает? Он должен был взлететь. Всё, изи сдох. Но он, короче, не взлетел, он просто сдох, как с игло. Подожди, а я не могу себе ничего взять из этого, из геймода. В инвентарь. Погоди, я вот сейчас напишу, допустим, гейммод. Так, погоди, гейммод 0. Напишу гейммод 1. А сейчас могу взять? Нет, все равно не могу. То есть тут какая-то. У них стоит бага, что типа нельзя. А ты кого опнул-то? Я опнул тебя просто без YouTube и себя. Так что. А я себе уже на фейковый. Я себе на фейковые аккаунты уже выдал опку, так что все нормально, если нас забанят, у нас с тобой еще есть дополнительные аккаунты. И также, если этот сервак не вернет деньги вот нашим подписчикам, тогда мы крашим его снова. Так что как-то вот так вот. Так, я не Ну что, я предлагаю тогда вот сейчас полностью его лавой залить, чтобы просто в жопу его в нокаут отправить и, наверное, да, чтобы он лег, и, наверное, на этом уже будем заканчивать. Погоди, я еще хочу посмотреть плагины, какие тут есть. Так, плагины, ага, 50 плагинов, потом чекну тогда на видосике, какие тут есть плагины. Окей. Вот, и что, стой, дай я сетну решающий. Стоп, давай ты основную часть, а я сейчас сетну там, где черный негр где-то, так? Я не знаю, как этот биом называется. Ты крашишь основную часть лавы, то есть заливаешь, а я другую, которая вообще не со спавном связана, согласен. Я туда же блоки не могу никакие взять, чтобы их это, чтобы их поставить, понимаешь? Пец. Давайте попробую сейчас опку выдать, может у тебя какая-то бага случилась. А ты можешь в инвентарь брать это блоки? Я да, я все могу. А я не могу, почему-то. Смотри, все, я тебе выдал, попробуй. Так, у меня опка-то есть, понимаешь? Сет лава. Погоди, я прописал сет лава. Прописал сейф ал. Кто не успел, тот не успел, понимаешь, домер, все. А, ты уже ясненько. Я не успел. Сет, может успею, лава. Хоть. Ох, сколько много. Он сейчас ляжет. Он сейчас ляжет, наверное. Я не знаю, я не знаю. В принципе, довольно-таки спорное решение. Если не ляжет, можно его стопнуть, в принципе, да, и все. Как мне кажется, чтобы другие люди не смогли податься вот на данный фейк, и чтобы не смогли зайти на этот сервак вообще. Да, и не париться, в принципе. Знаешь, что-то мне кажется, если он его запустит и не вернет деньги нашим подписчикам, то мы его опять же таки крашим, как ты и говорил. Угу. Что-то он завис и не отвисает, я заметил. Походу, сейчас он уже у нас стопнется, то есть крашнется. И, ребятки, считайте, мы с вами нашу миссию на сегодня выполнили, которую нас попросил сделать подписчик. Так что, ребятки, мы все делаем ради подписчиков. То вы думаете, фу, он такой плохой. О, автосохранение еще прошло. Вот, топово. Все, сервак офнулся. Ребятки, всем спасибо за просмотр. Также, если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно подпишитесь на наших каналах. Вам будет весело. Ставьте лайки. 2000 лайков равняется новый краш. И пишите в комментах свои любимые виды спорта. Ну, в общем-то, и все. С вами, кстати, Клаус и Домер. Всем удачи, всем пока, ребят. Пока-пока.